сорт томата полосатый анта. Вот такие вот красивые небольшие плоды сине-красного цвета с такими вот интересными полосками. Этот сорт относится к серии томаты гномы. Кустики у этого сорта небольшие, сантиметров по 50, не выше. Не требует посынкования, подвязки. Отлично плодоносит. Плоды висят как гирлянды на таком крепком кустике. И плотно-плотно друг к другу прижаты плоды. Очень много дает плодов этот сорт. Относится он к средне-ранним сортам по созреванию. И очень-очень урожайный. Плоды в среднем массой от 50 до 70 грамм. Ну, чем выше куст, уже на последних кистях томаты мельчают. Сорт не подвержен заболеваниям. С минимум трудозатрат вы всегда будете с большим урожаем томатов. Сорт отлично подойдет для выращивания как в открытом грунте и теплицах. Также этот сорт можно вырастить на балконе. Плоды подходят для цельноплодного консервирования, для приготовления кетчупов, соков. Сейчас посмотрим, какой этот сорт в разрезе. Вот такой вот сочный. По вкусу он сладкий, с небольшой кислинкой. Вкус у него томатный. Выращивайте этот сорт у себя и будете всегда с огромным урожаем томатов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых наших видео.